Ребятки, всем привет, с вами Александр, и давненько мы не стреляли по динозаврикам. Dino Hunter Deadly Shores, давайте нажмем улучшить. Ну, мы уже все с вами здесь прокачали. Значит, идем дальше. Так, у нас осталось 4 серии винтовок, и нам дадут новый кусок карты. Последний. Так, ну давайте. Тем интересней будет. Так, дейнонихи, прекрасно. Давай. Вот и все. Никто не успел от нас увернуться. Так, нам тут мехробос рекламируют. Ну, у меня она даже стоит, я даже разок заходил. Но что-то как-то... Ну, как обычно, не хватает времени. Дали нам кусок карты. И открыли нам регион новый. Открыт новый регион. Так, осколки руин. Ну, хорошо. Мы сейчас достреляем... Здесь три... боя, и потом уже пойдем. Так, три старых галимима. Ну, старые должны уступать место молодым, да? Так. И главное, пока перезарядка идет. Да иди ты, я не тебя хотел, цератопс, подстрелить. Прямо в пятую точку. Прочистка кишечника. В общем-то, когда мы перезаряжаемся, главное успеть найти следующую цель. Один трицератопс выстрелом в сердце. Ну, один это легко. Главное найти подходящую цель. Вот наша подходящая цель. Делаем вот так. ПНВ. И вот так. Проще пареной репы. Так, каритозавры. Три штуки, тоже старые. Что-то одни старички у нас остались. Так, 1, 2, 3. Вот, вижу всех. Начну, пожалуй, вот с этого. Ну, где-то под руку надо стрелять, и как раз получается в легкое, либо в сердце. Даже без ПНВ уже анатомию... Я вообще-то в легкое стрелял. И он шел вперед, как пуля прилетела ему в голову. Это загадка. Так, 3 лямочка нам дали, да? 3400. Так, старый Синраптор. Да, ну Синраптор я только в этой игре видел, слышал. Надо вообще про него хоть почитать, ребята, про Синраптора, да? Да, может. Так, ну здесь увеличение не нужно использовать. Так, нас сейчас, по-моему, загрызут. Нет, не загрыз. Ха, вообще мы сегодня, я сегодня в ударе. Не растерял. А, еще в сердце попал. Синраптор, ну что-то такое аллозавроподобное. Так, ну все, нам тут предлагают охоту по контракту. Ну, это нас не интересует. У нас новый регион. Сейчас мы скачаем. Блин, он так быстро качается просто. Капец. 23. Так, она пока тут докачивается. Я вообще-то уже соскучился за игрой. Как она? Carnivores. Который я 3 серии снял. Есть плейлист на канале. Там, где мы на компе. Вот тоже типа Dino Hunter, только на компе. Я там алмазики прокачивал. Прикольно, там уже у меня открыты были. Хищник у меня уже там был.
прикольная игрушка, так тоже. И неплохо выглядит. Такая вот симулятор охотников на динозавров, только посерьезней, чем вот эта игрулька. Надо тоже как-то сейвы перенести и качнуть. Так, нам нужно пойти в магазин. Так, у нас там не игуанодон. Как вот это вот я за трофеями на эмблеме. Мутабурозавр. Ну, как по мне. Так, за 80 лямов нам нужно купить вот эту автоматическую винтовку. Прикольно здесь у нас. Тоже как-нибудь поиграем в Deer Hunter. Может быть. Так, берем это оружие. Первый бой идем без прокачки. Так. Ну, проверим, на что она способна. Ну, я соскучился же за автоматами, то дробовики, луки. Хочу уже автоматическое оружие. Так. А, ну, мутабурозавр, это его явный родственник. Гриппозавр, ребята. Погнали. Ух ты. Да это просто картинка на заставку. Только, а что у него там с головой? А, я думал, это с головой у него что-то не то случилось. Стоять! Я скриншоты делал. Куда вы? Я сейчас, по-моему, всех их потеряю. Да, это третий. Ну, я, извините меня, случайно нажал клавишу. Придется заново. Да нет, спасибо, мы как-нибудь посмотрим рекламу. Ну, ничего, прикольно выглядит. Надо было кнопку заново нажать, ну ладно. Первый блин у нас прошел комом. Ух ты! Надо сейчас подстрелить еще. Кого-то. Потому что после того, как мы его раним, они там замедляются. Но не всегда. Что-то эти как-то побежали бодро очень. Так, не-не-не, тут надо срочно... Что, ну где вообще такой автомат видели? 9 патронов или сколько там в нем было? Нет-нет-нет, тут надо срочно улучшить все. Улучшаем все, что можем за деньги. Так, у нас вообще денег... Деньги хватит, а то фармить придется. Жутко много денег уходит. Это жесть просто. Ну смотри, какую винтовку сделали. Так, кстати, да, мы еще можем, как же тут, я забыл уже уровни или моды какие-то качать. Пустой слот, пустой слот. Ладно, закрываемся и теперь идем уничтожать. Диморфодонов настрелять 5 штук нужно, это мы всегда, пожалуйста. А вы еще дальше не можете летать? Так, давайте разглядим, что мы здесь находимся. Прикольные какие-то руины. Ну, тупо вот так вот надо. Так, где там раненые? Сейчас же будут на меня лететь. Почему-то он не летит, странно.
Блин, ну так далеко летает. Так, это не автомат, а снайперская винтовка, смотрите. Блин, жесть. За полкилометра с автомата. Гуанозавры. Три молодых гуанозавра. Гуана это какашки птичьи вообще-то. Или летучих мышей же. Так, гуанозавр, но чем вам не кентавр? Не знаю, шипы на плечах, все как положено. Один есть. Второй есть. И есть. Шикарно, ребята. Новые динозавры, по крайней мере, появились. На букву Г. И море рекламы. Пропустить. Ну, в общем-то, я думаю, ребятки, на этом мы серику закончим. Так немножко подстреляли. Надо будет еще как-то на выходных пострелять. С вами был Александр. До скорых встреч.